Майский район в лидерах. По итогам общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения работники муниципалитета собрали более 700 тысяч рублей. Общую сумму вырученных средств сейчас подсчитывает Министерство труда и соцразвития республики. Вклад работающих жителей Эльбрусского района составил 270 тысяч рублей, Терского – 250 тысяч. Парламент и правительство Кабардино-Балкарии также поддержали ветеранскую инициативу и перечислили в фонд проведения субботника свой однодневный заработок. Напомню, ежегодный субботник в поддержку участников и инвалидов Великой Отечественной войны проводится по инициативе Республиканского совета ветеранов.